Добрый день, и мы играем в квест «Волшебники и башня». Поговорите с капитаном наемников. Автор обещает, что квест будет сюжетный. Еще один путник, похоже, здесь новые лица не жалуют. Ты уж прости мою грубость, я вовсе не хотел тебя обидеть, просто вся эта неразбериха действует мне на нервы. И что же здесь происходит? Да я и сам толком ничего не знаю. Наш лорд собрал нас и пару своих рыцарей и отправился сюда. Якобы здесь мертвяки встают из могил. Спроси-ка лучше в таверне, там-то точно знают, что здесь творится. Там знают, что здесь. Спросим в таверне. Квест имеет много положительных, доброжелательных отзывов. Хвалят как сюжет, так и локации. Так что, думаю, мы не разочаруемся. Одно скажу, пиявки. Поговорите с трактирщиком. Что, еще один авантюрист? А у вас их много? Да, вон вся таверна забита незнакомцами. А кто еще? Какая-то компания проходимцев-искателей приключений, скверные личности. Мало того, что орк мне светильник разбил, так еще и крысу сюда притащили. А что насчет нежити? Это правда, что здесь встают мертвецы? Еще какая правда? Пойду поговорю с твоими постояльцами. Поговорите с искателями приключений. Что тебе надо? Просто хочу знать, что здесь происходит. Не думаю, что наши дела тебя касаются. Какая помощь вам требуется? Видишь ли, наша компания уже несколько месяцев планирует провернуть некое дельце с башней, что здесь неподалеку, но по пути сюда мы как бы потеряли нашего мага. Что за башня? Узнаешь, когда придет время, а пока поговори с волшебником, который сидит в другом конце таверны. Барт. Приветствую, странник. Надеюсь, здесь ты найдешь приют после долгой дороги. Как вежливо, спасибо. Вы называете свое имя. Очень приятно. Я так понимаю, тебя привели сюда не слухи о славном гостеприимстве трактирщика. Увы, эта история показалась не такой захватывающей, как я думал. После прибытия сюда лорд Зевергарда... Его люди оценили таверну и никого не пускают к кладбищу. Спасибо, надеюсь, лорд оценит твое искусство. А, нам надо поговорить с магом. А мы поговорили с бардом. Что за дверью? Пленный дьявол. Действительно, дьявол за цепями. Уважаемые постояльцы и гости таверни, проход на второй этаж временно закрыт. Традиционно башни связывают с магами и волшебниками, а также принцессами-узниками, но я в своей работе попытался написать происхождение всех известных башен Фейруна. Башня Тайн – малоизвестное сооружение, расположенное на севере берега мечей. Если двигаться по тракту из Невервиндера в Лускан, то увидеть ее не удастся. Но если свернуть на неприглядную дорожку, ведущую к небольшой деревеньке, то над верхушками старых сосен можно заметить башни. Прекрасно. Крепость, выстроенная вокруг башни какой-то группы исследователей. Крепость, выстроенная исследователями, является примером прекрасного планирования, хотя мне так и не удалось попасть вовнутрь. Ладно, дальше я не могу читать прекрасное планирование человека, не умевшего попасть вовнутрь. Зачем ты отвлекаешь меня? Не видишь, я занят. Прошу прощения, но меня направили к вам с деловым предложением. А, наверное, это искатели приключений. Нетрудно догадаться, чего они хотят. Но попасть в башню не так-то просто. Может быть, вы объясните мне, что это за башня? Хочешь знать о башне Тайн? Я бы посоветовал тебе прочесть пару томов о башне Фейруна. О башнях Фейруна за авторством Альдема из Амна. Непременно прочту. Я подумал и решил, что помощь опытных исследователей подземелий мне пригодится, да и при встрече с конкурентом мечи всегда пригодятся. Вернуться к искателям приключений.
прекрасно, мы договорились о том, что войдем в группу. Наше предложение принято, похоже, все складывается просто замечательно, прекрасно, познакомимся, что будет дальше. Ну, пока нам досаждается водянистая идеология, на мой взгляд, очень водянистая. Эх, сколько лишних разговоров, и правда. Поговорить с лордом. Хватит спорить, что здесь у вас, милорд, я к вам по поводу нежити. А всех волнуют только эти восставшие мертвецы или зачарованная башня, и все идут ко мне, так как я вассал хозяина. Вы знаете, как избавиться от нежити. За всеми этим должен стоять некромант. Мне казалось, этим должны заниматься солдаты. Ох, сколько всяких препонов. Нежить и башня. Сначала нам надо будет расправиться с нежитью, а потом наверняка будет открыт путь к башне. А можешь подраться с кем-то, у кого большая дубина? Найдите кладбище. Задача найти кладбище выполнена. Недолго нам пришлось искать кладбище. Осмотрите дорожный указатель. На стрелку, указывающую налево. На ветхой дощечке нет указаний, но, посмотрев на указанную сторону, вы замечаете вдали крепостную стену с воротами. Посмотрите направо. Деревянная дощечка подкрыта едва заметными символами. Вы пытаетесь разобрать и разбираете кладбище. Вот у нас башня и где-то рядом кладбище. Узнать, в чем дело. Дело, видимо, в том, что некромант злобный решил оживить нежить. Зачем и почему, вряд ли мы узнаем. Но я хотя имею небольшую надежду, что все-таки мы узнаем, для чего некромант. Зомби исполин. Где же кладбище? Вот оно. И снова пачка мобов. Сейчас мы как прыгнем, да как шлепнемся. И убили многих из них. Ой, многих. Бедняга исполин грохнулся и вывалил кучу камушков второго уровня. Некромант. Как я мог так ошибиться? Я Шезе Бривар, красный волшебник Тея, некромант. Я пытался попасть в башню, но был обманут. Лич предал меня и забрал артефакт. Снова артефакт. Какое унижение. Какой артефакт? Сфера Мистры. Этот артефакт помог бы мне попасть в башню. Слушай, может быть... Мы не друзья, но нужно остановить лича, пока он не добрался до тайн башни. Убить его не получится, но уничтожить телесную оболочку можно. Лежи здесь, а я разберусь. И ждет нас артефакт на кладбище. А-ля опасные зомби. Без артефакта, без кладбища, без деревушки, без таверны, без гнома с элем, квест не квест. Во всяком случае, так считают поклонники Neverwinter.
Чем я тут занимаюсь? Лич по центру, а я игнорирую его. Занимаюсь какой-то глупостью, пока он кастует своих карбонариев. А это кто? А это восставший воин со стандартной внешностью, неизмененной. Капитан боевых умертвий. Набирается, высасывает жизненно. И в самый подходящий момент подошла стража, когда бой был завершен. Осмотрим кладбище. Несколько могил, кости, зеленая жаровня. Артефакт, да? Должно быть, это артефакт. Сфера Мистры, взять артефакт. Гробик одинокий. Да нет, два гробика. Наемники вернутся к некроманту. Вот он, некромант. Я вернулся к нему. Да, я вернулся. Нужно было подойти к маркеру и теперь поговорить с лордом Эвереттом. Похоже, я нашел виновника несчастья этих земель. Милорд, вы заблуждаетесь. Этот некромант может быть и виновен в чем-то, но этих мертвецов поднял не он. Это он тебе сказал, ты веришь ему, этому тейскому некроманту? Я не верю некромантам, но доказательства вины нет. А какие еще нужны доказательства? На людей не нападает нежить. Может быть, вы и правы, а все же его надо судить по справедливости. Да, поговорить с Северином. Северин. Отличной работой, теперь мы можем попытаться попасть в башню. Я жду тебя на другой стороне портала. Постой, это странный артефакт, похоже, принадлежит некроманту. Надо же, сфера Мистры, это даже к лучшему. Теперь, когда у нас есть этот артефакт, мне не понадобятся редкие компоненты и долгие заклинания для преодоления магического барьера. Простите, но мне до сих пор непонятно, как работает сфера Мистры и для чего она нужна. Видите ли, сфера Мистры очень могущественный артефакт. С его помощью можно подавлять и искажать магическую энергию после гибели Мистры и разрыва плетения. Многие магические вещи не утратили силу, и эта сфера не исключение. Именно благодаря этому артефакту мы можем преодолеть магическую преграду и проникнуть в башню. Что же, теперь мне все стало гораздо понятнее. Так, нажмите F, поговорите с Северином у ворот крепости. Надеюсь, и вот мы перенеслись к воротам крепости. А вот и ты, поговори с нашими друзьями у ворот, кажется, они знают, как нам попасть вовнутрь. Иду, уже иду. Кто наши друзья? Джерки, Угард и Эрдан. Ну, готов пробраться за крепостные стены? Конечно, отлично, пока мои ребята пытаются найти вход здесь, ты можешь обойти стену и осмотреть ее на наличие черного хода. С чего посоветуешь начать? У нас есть старый план этой крепости, и на нем сказано, что где-то поблизости должен быть проход. Ты можешь взглянуть на него, он в сумке. Сейчас посмотрим. План в сумке, а не проход. План крепости взять. И что мне с этим планом делать? Использовать. Ха, как его использовать? На старом куске пергамента указан тайный проход в крепость. Похоже, он находится у восточной стены.
использовать в задаче волшебники и башни. Где у нас восточная стена? Север сверху. Восток справа. Движемся к маркеру. Должно быть что-то, сработает что-то. Не знаю, но волки нас ждут. Живые, теплокровные волки. Поножи жесткости. Жестокости. Что же дальше? Попытаемся искать проход в... Судя по тому, что здесь волки, общее направление пути правильное. Куда же двигаться дальше? Задача идти вдоль стены выполнена. Найдите вход. Попытаемся найти вход. Цветочек. Нажмите, чтобы взаимодействовать. Какие-то цветы. Осмотреть цветы. Фиолетовые цветы, окруженные темно-зелеными листьями. Кажется, ничего необычного. Оставить цветы в покое. Уйти. Фиолетовые цветы, окруженные темно-зелеными листьями. Поговорить с Эрденом. Или Эрданом. Иллюзорный камень. Эрдан. Отлично, вход найден. Мы готовы к спуску. Северин сейчас сканирует какие-то магические поля. Он сказал, что присоединится к нам позднее. Пора спускаться. Продолжить. Сканирование энергетических полей. Это уже современный лексикон. Но текст в целом написан взрослым человеком. Мы все ближе к нашей цели. Как здорово исследовать подземелья, в которых не было никого сотни лет. Угарт исследует боковой вход, а Джерки останется охранять. Мы с тобой пройдем напрямик, впереди нас ждет темнота, и нам понадобится много факелов, чтобы осветить путь. Иди и зажги первый факел. Уже иду. Скелет в ловушке погиб. А здесь выбоина. Идем и зажигаем факел. Стало чуть светлее. Подземелье довольно типичное. Стой, впереди большая комната. Попробуй осветить ее с помощью жаровни в центре. И кто же набросится на нас? На нас набросятся скелеты. Скелеты у жаровни. Ой, вот незадача, вот это скелет ранил меня своим мечом. Хорошо, у меня есть с собой волшебное зелье, ты иди вперед и зажигай факелы. Как я поправлюсь, догонюсь тебя, не бойся, зелье крепкое вмиг меня подлечит. А центр нам не удалось увидеть. Что за цепь здесь висит? Да не густо деталек здесь, не густо. Пара цепей, решетки, грибы в углу. Дыба. Но карта ручная все равно. Хотя цепей можно было и больше навешать. Люк.
Детализация есть. Склепы и башни. Еще факел совсем прогорел. Нужно найти ткань и масло. Хорошо, что не припасы. Масло. Масло и этот ветхий пергамент лежит здесь очень давно. Оставить карту в покое, смотреть карту. На куске пожелтевшей бумаги видны полустертые контуры и надписи. Ничего не разобрать. Жаль. Изучить карту. Похоже, это карта подземелья. Его комнаты и коридоры расположены на нескольких уровнях. Кажется, боковой вход, по которому отправился Угард, приведет его в могилу. И что это значит? Оставить карту в покое. Это всегда происходит так, что тот, кто отправился не с нами, попадает в могилу. Взять кусок ткани. И где-то мы тут видели факел. Оп, скелет вой. Я и так достаточно болтаю здесь, читая диалоги, как мне кажется, так что... А, карту эту мы уже изучали. А здесь... Здесь я даже не пойму, что. Факел. Зажечь факел. А, мы на столе соединили тряпку с маслом, создав факел. По-моему, раньше стол был неактивный. Стол. А этот факел зажегся сам. Пустоватый склеп. Подняться по лестнице выполнено. Угард. Так. Какой-то щит валяется на полу. Смотреть щит. На щите изображена голова страшного демона с рогами. Что бы это значило? Не знаю. Оставьте щит в покое. Агр, сколько пыли. В следующий раз я иду напрямик. О, ты уже здесь. А где Эрдан? Его ранили, он остался внизу. В каждой заварушке что-нибудь да и царапнет. Приятно слышать. Вот что будем делать дальше. Все просто, нужно найти выход. Мы сейчас находимся в каком-то склепе, а вон та громадная лестница, должно быть, ведет к выходу. Да уж, то, что мы находимся в склепе, было ясно и без него. На щите был демон, и это якобы нам предсказывало появление демона. Так ли на самом деле? Для этого ли был положен щит? Демон не так уж страшен, как может показаться, он уже погиб. Ну, а Угард нам не помогал. Ну и чудище, радостно видеть, что с ним все в порядке. Теперь, когда мы все в сборе, можно отправиться дальше. Отлично.
наверное, мы поднимемся или на этаж выше, или даже на самую крышу башни. Одно скажу, пиявки. Были в подземелье и оказались в локации склепа. Поговорите с Эрданом. Но прежде чем поговорить, посмотрим, что на табуретках. Что-то мы взяли. Нажмите, чтобы осмотреть. Вот мы и внутри. Сказать по правде, я не ожидал такого. Оглянись вокруг, я думал, за крепостными стенами нас ждет внутренний двор, да, пара строений, а здесь огромный зал, да, весьма интересное архитектурное решение. Значит так, Джерри, я послал в соседнюю комнату на разведку. Ургот пытается открыть ворота для волшебника. Иди и помоги ему. После этого я ушел из Ордена. Изучение башни стало для меня главной целью. Вокруг меня быстро собралась группа последователей, из которых входили разорившиеся аристократы. Так, это дневник. Непонятно кого. Ургот, эти чертовы ворота имеют парный механизм открытия. Мне необходима твоя помощь. Иди ко второму рычагу и крути ручку. Ворота открываются? Угу. Невероятно, какие барельефы. Ты гляди, крепость выстроена буквально вокруг башни. Интересно, как строителям удалось так плотно пристроить стены к башне. Да уж, как им это удалось. Мы уже успели обсудить это чудо архитектурной мысли. Теперь необходим наш совет. Как попасть в башню? Да, по-видимому, создатель башни не намеревался впускать вовнутрь. Кого попало, физических дверей нет. Значит, будем пробовать прорвать магические барьеры. В этом нам поможет сфера мистера. Надеюсь, что так. А пока можешь осмотреть стены башни. Ищи зацепки. Угу. Найди подсказки. Парочку вещей мы уже осмотрели. Ну вот же двери стоят. Как им удалось пристроить крепость к башне? И правда, какое архитектурное чудо. Никогда не видел крепость, пристроенную к башне. Но локация частично ручная. Призрак, взять свиток, прочитать свиток. Долгие годы я пытался попасть в башню, мои глаза не видели входа физического, но мой разум стремился попасть вовнутрь, хотя и мысленно. Наконец, мне удалось подготовиться к рискованному эксперименту, он не может провалиться, и я все проверил, но если нас постигнет неудача, запись обрывается, взять свиток. Должно быть, автора постигла неудача, раз он превратился в призрак. Северин, мне попался этот магический свиток. Здесь описание магического ритуала. Как много ошибок. Страшно представить, что могло случиться в итоге. Еще бы там был призрак. Призрак? Нет, не думай, никто из нас признаков не видел. Странно, что мне делать дальше? Поговори с Эрданом, я продолжу изучение записей в библиотеке. Хорошо. Может быть, что-то интересное нашел. Кто нашел что-то интересное? Призрак набросился на нас. Что ж, кот, объясни. Призрак, рыцарь, это другие искатели приключений, которые погибли, пытаясь проникнуть в башню. Не слишком уж они грозные.
Какие-то кривые руны или знаки, начертанные дрожащей рукой. Может, их оставил Джерки. Ух ты. Ну, квест качественный, хоть я и спотыкаюсь здесь. Ох, опозорюсь, боюсь, опозорюсь перед камерой. Я прыгаю. Прыгаю по платформам. Так, раз, 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 раз. Начало. Ну, плохо, что камера не показывает толком, где мы находимся. Так. Неужели я не... Нет, я еще могу, могу облажаться, могу. Но я не сделал этого. Тут закрыто какой-то... Так открой, ты же взломщик. Нет, то есть да, но Джерки не может открыть эту дверь без ключа. Ты что, не видишь? Я тут ключ нарисовал. Да, Джерки послали на разведку, и Джерки оставляет знаки. Орк сильный, Ирдан умный, а Джерки самый главный. Без меня ни одну дверь не открыть, кроме этой. А теперь найди ключ. Ладно. А тебе тут призраки не попадались? Нет, Джерки не видел призраков. Ну, ладно. Найти ключ. Ребята, вы хотите сказать два раза? Мне придется этот джамп-пазл совершать. Под потолком ключа явно нет. О, волшебники и башни. И придется, наверное, попариться, разыскивая ключ. Где он может быть? И снова призраки. Значит, мы на верном пути. Что проку от воришки крысолака, который не может открыть дверь? Вернее, может открыть все двери, кроме этой, как он выразился. Никаких подсказок о том, где нам искать ключ. Но я надеюсь, мы найдем его. Снова призрак. Должно быть, призрак знает. Не зря же он идет куда-то. Вот только куда. Ключ взять. Ключ найден. Но, тем не менее, надо поговорить. Призрак поговорит с Эрданом. Джерки нашел дверь. Возможно, она ведет за крепостную, на крепостную стену. С крепостной стены мы могли бы получше осмотреть башню. Иди вперед, а я поговорю с Северином. Хорошо. Как все запутанно. И все ради того, чтобы проникнуть в башню зачем-то. Я так сожалею. Кто ты? Я? Ты видишь меня? Ты слышишь? О, как я сожалею. О чем же ты сожалеешь? Я был волшебником, и эта башня такая загадочная. Я хотел раскрыть ее тайны и собрал верных последователей. Мы возвели эту крепость и принялись исследовать башню. Я так сожалею. Мой эксперимент не удался, и наши души были навечно заключены в стенах крепости. Они мстят мне, не хотят слушать. Как я сожалею. Мне жаль. Ну что же ты не рассказал, проникли ли вы в башню или нет? Ну, видимо, не проникли, они проникли только на стены башни. Так, ой, ой, здесь уже камера приглючивает. И вот ключ в моих руках и новая загрузка. Следовательно, нас ждет новая карта. Хотя я думал, все будет происходить на этой карте. Текста много, и текст написан связно. Хотя что же мы делаем в башне, я не понимаю.
Джерки. Вот это башня с воронами. Травка посажена. Ключ подошел. Мы на стене. Джерки доволен. Теперь подождем волшебника. Джерки плохо понимает магию. Волшебники понимают ее лучше. Следовать за Северином. Северин спрыгнул с потолка и идет. Вот и стены башни, я просканирую магические поля и попробую отыскать брешь. Когда брешь найдется, ты с помощью сферы Мистры сможешь расширить проход и войти в башню. И что нас ждет внутри? Никто не знает. Может, древняя библиотека, а может, волшебная сокровищница. Главное — найти способ снять магический барьер изнутри, и тогда мы можем свободно проходить в башню. Я все сделаю. На нас набросились птицы. А Северин нам помогает. Так, эти птицы уже заперты. Заперты сферой. Я держу их заклинанием. Найди вход в башню за меня. Не волнуйся, Джерки приведет помощь. Ступай. Хорошо проработан квест. Подойти к стене башни. Сканируем магические барьеры. Даже этого не пришлось. Мы просто нашли какую-то щель. Надо же, мы очутились в башне. Осмотреться вокруг. Сколько лет я здесь, теперь, когда жизнь моя бесконечная течет лениво, без ярких событий, мне трудно ответить на этот вопрос. Стоило ли строить башню? Возможно, только здесь я наконец нашел покой, в котором могу размышлять о сущностях, о планах, о бытии. И стоило ли запираться в башне, не знаю, но это была необходимая жертва. Как сделать так, чтобы никто не вошел? Просто замуровать вход и выход, но неужели я настолько глуп, чтобы закрыть себя в четырех стенах? Конечно, нет, вокруг меня бескрайний океан. Копия всего мира, мой собственный мир. Я могу сесть в любую лодку и отправиться куда захочу, но я столько лет здесь, я побывал везде, где мог. Осталось попасть лишь туда, куда попасть невозможно. Продолжить запись. Внутренний мир мы сейчас наблюдаем, создателя башни. И по замыслу автора этот мир прекрасен. Нажмите F, чтобы войти. Одно скажу. Где же мы очутились? Снова внутри. Узнать, в чем дело. А в чем же дело, друзья? Я был уже внутри башни, а теперь лорд Эверетт. Это ты, смерть? Скажи этой деревенщине, что я вассал хозяина этих земель. Эта крепость переходит под мое командование. Что? Прошу прощения, милорд, эти искатели приключений вместе со мной прошли все испытания, имеют полное право на найденные сокровища. Мы еще и сокровища нашли. Я думал, мы только духовное богатство отыскали. Неважно, у вас есть несколько минут, прежде чем мы вышибем силы. Ты ответишь за слова «защищайся», тебе придется рискнуть. Где же те великие знания, которые принадлежат автору, не автору, а создателю башни? Как мы получить их могли? У него не было ни библиотеки.
ни каких-то других предметов, передающих знания. Зачем же мы путешествовали? Просто узнать о том, что башня была создана для того, чтобы человек мог спокойно размышлять о природе вещей. Северин, лорд, поговорите с Северином. Что за подлец этот лорд Эвергард? Я думал, что он порядочный человек. Там была вода, лодки, мне попался дневник создателя башни, он оказывается... Этот древний волшебник просто хотел создать для себя уединенное место, в котором мог бы размышлять в тишине и спокойствии. Увы, ни магических артефактов, ни монетки, золота там не оказалось. Вся затея коту под хвост. Вода, лодки, вероятно, это была иллюзия, а может магическое расширение пространства. Стоит изучить это место в деталях. И никого внутри не было. Нет никого. Что ж, спасибо тебе, твоя помощь оказалась неоценимой. А насчет сокровищ обратись к Эрдену и передай ему, что я с радостью поработаю с ним в будущем. И тебе спасибо, Северин, до встречи. А, мой друг, меня, похоже, ранили снова. Но ничего страшного, остальные целы, что оказалось в башне. Там много золота. А, не спрашивай ни драгоценностей, ни золота, наша авантюра провалилась. Но не совсем, Ургард нашел сундук, там, конечно, не королевские сокровища, но наши труды окупят с лихвой. Надеюсь, еще встретимся, Эрдан. Вот и конец этого очень приятного квеста с нетривиальной концовкой. До свидания, дорогие друзья.